всем молодым телезрителям привет! И от меня тоже привет! Рады вас видеть здесь! Мы знаем, что у вас экзамен на носу, и думаем, что лучше вас не грузить плохими новостями, а наоборот, подбодрить, немного отвлечь от занятий. Тогда начнем. Кусь, давай говори, что у нас на повестке дня? Минобороннауки решил отказаться от болонской системы высшего образования. Это та, что с бакалавриатом и магистратурой. Министр науки и высшего образования отмечает, что к болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. Новый проект высшего образования будут тестировать 3 года в 6 российских вузах, 3 московских – МАИ, МИСИС, МПГУ, а также в Балтийском федеральном, Петербургском, Горном и Томском государственных университетах. Отличные новости! Я надеюсь, что у наших вузов все получится. Главное, чтобы в новой системе всем бюджетных мест хватало. А ты разве не знаешь? Что не знаю? В Министерстве образования назвали число бюджетных мест в вузах на будущий учебный год. Их будет 626 тысяч. Глава образовательного ведомства подчеркнул, что бюджетных мест хватит на всех с учетом в год, а также квот, предназначенных для участников спецопераций и членов их семей. Также он добавил, что сейчас Миноборнауки проводит сбалансированную государственную политику, которая направлена не только на предоставление необходимых льгот и преференций, но и на понимание, что бюджетных мест должно хватить на всех. Ну ё-моё, я думаю, что после таких новостей наши зрители выдохнули. Но я знаю еще, что действительно успокоит наших будущих выпускников. И что же? А то, что в столице провели исследование и узнали, что большинство московских компаний принимает молодых специалистов на стажировку. Если конкретнее, то таких компаний 69%. 20% из них есть соответствующие программы. А еще 49% обучает молодежь без специально утвержденной концепции. Также выяснилось, что 51% работодателей приглашают на работу более половины тех, кто проходил у них стажировку. Совсем не делают предложение о работе стажерам лишь 7% менеджеров по персоналу. А это реально здорово. Ну а наши телезрители теперь могут не беспокоиться о будущем трудоустройстве. Ну вообще есть о чем беспокоиться. В смысле? Коромысли. Сколько ни учись, а нейросети лучше тебе картину нарисуют и симфонию напишут. А вот это ты зря. Вот, например, нейросети дали решить ЕГЭ по литературе, и она с ним не справилась. А самое интересное заключается в том, что совсем недавно этот искусственный интеллект смог сдать американский тест на медицинскую лицензию, являющийся одним из самых сложных медицинских экзаменов. Тогда бот набрал результат 88,9%, при приходном 60%. В этот же раз нейросеть решили использовать для прохождения единого государственного экзамена по литературе. Преподавателям была предоставлена работа нейросети, тема которой – сочинение о творчестве поэтессы Анны Ахматовой. К сожалению или к счастью, искусственному интеллекту не удалось пройти экзамен для 11-классников. Преподаватели назвали работу очень поверхностной, с большим количеством воды и выдуманными фактами о поэтессе. Из положительного лишь то, что искусственный интеллект отлично справился с пунктуацией и орфографией, что отметили преподаватели. Блин, а я и не думал, что эта нейросетка такая несмышленая. Ну тогда волноваться нечего. Это да, но большинство будущих выпускников все равно волнуются только из-за предстоящих экзаменов. Ой, да что тут переживать? У нашей молодежной редакции есть сюжет о таких людях, посмотрев на которых, сразу замотивируешься и поверишь в себя. Давайте посмотрим. В клубе «Одинец» каждый человек, даже с ограничениями здоровья, может проявить себя, добиться успеха и стать настоящей звездой. Одной из таких звезд является Алексей Селичев. Он – мастер спорта России по стрельбе из лука и спортсмен физкультурно-оздоровительного клуба для инвалидов. Алексей по-настоящему влюблен в свое дело. Это концентрация, это вообще, это, наверное, самый, если не ошибаюсь, нервный вид спорта. То есть он сосредотачивает, он отрекаешься от всего, когда стоишь на рубеже, и ничего тебя не беспокоит, только ты, лук, мишень. Слова Алексея очень точно отображают суть стрельбы из лука. Это не только физическое упражнение, но и искусство контроля своих мыслей и эмоций. Но вдобавок ко всему, спортсмены с ограниченными возможностями используют дополнительные приспособления для занятий спортом. В частности, естественно, у нас все завязано на
верхнем поясе конечностей, и это основное руки. Но есть спортсмены в России, которые полностью отсутствуют руки и стреляют ногами. Так что, в принципе, как таковых ограничений у нас по занятию этим видом спорта нет. Спортсмены-колясочники преодолевают все преграды и находят уникальные способы для занятий стрельбой из лука. Тренеры в клубе «Одинец» заботятся о том, чтобы каждый из них получил необходимое оборудование и снаряжение, а также специальные элементы, учитывая их физические особенности. Мы сталкиваемся с тем, что каждый спортсмен с ограниченными возможностями имеет свои особенности травмы. И в этом как раз и заключается основная сложность работы с ними. Потому что нужно подбирать либо спецсредства какие-то, чтобы их как-то обмундировать, там, сделать анатомические какие-то элементы, чтобы спортсмену было комфортно работать, именно стрелять из лука. Так Алексей Селичев и его товарищи-спортсмены продолжают тренировки в клубе «Одинец», преодолевая трудности и доказывая, что настоящая страсть и талант не знают границ. А мы с большим интересом будем следить за их успехами и ждать новых побед. Кузьма Тужиков, молодежная редакция, телекомпания «Одинцова». После такого вряд ли у кого-то будут сомнения. Если даже у них получилось, то и у вас, дорогие телезрители, все получится. Да вот получится-то получится. А что дальше? Ну вот если ты выбрал не ту профессию, то что делать? Начинать заново? Да не обязательно. У нас есть сюжет о бухгалтере, которая провела свою собственную выставку картин. И для этого ей не понадобилось поступать на художественный. Ну тогда давай глянем его. В Одинцовской библиотеке номер 1 проходит выставка, которую нельзя пропустить. Наталья – главный бухгалтер по профессии, но художник по призванию, представляет свои неповторимые картины на вернисаже. Ее история о том, как страсть и вдохновение преображают нашу жизнь. Да, это моя долгожданная выставка. Картины здесь собраны в течение всей, наверное, моей такой сознательной жизни. Хочу сказать, что обучаюсь я сама. У меня нет художественного образования, вот, но я всю жизнь совершенствуюсь. Наталья воплощает свои идеи на полотнах с помощью техники батика и масляных красок. Некоторые произведения сопровождают художницу уже более 25 лет. А планы на будущее – изобразить море и океан на своих полотнах. На экспозиции каждый найдет что-то особенное. Искусство становится доступным как для любителей живописи, так и для тех, кто сам берет в руки кисть. То есть я горжусь своими учениками, это очень интересный процесс, наблюдать, как росло наше дело и во что это все обернулось вот такой красивой выставкой. Для Виктории рисование стало не только творческим процессом, но и своеобразной арт-терапией. Буквально после нескольких занятий ее фантазия отобразилась в живых картинах, которые девушка с гордостью представляет на выставке. Потому что, когда ты рисуешь, выделяются определенные гормоны счастья у нас, а гормоны стресса, они снижаются. Тебя захватывает этот процесс, и ты невероятно получаешь такую энергетику творческую. Выставка открыта для всех, кто желает увидеть произведение искусства и окунуться в мир красоты. В первой библиотеке эти полотна будут радовать зрителей до 15 июня. Это уникальное событие не только придаст нашему городу долю творчества, но и станет источником вдохновения для молодежи. Разбудите художника внутри себя и смело отправляйтесь на вернисаж. Кузьма Тужиков, молодежная редакция, телекомпания «Одинцова». Да, это же действительно вдохновляюще. И правда. Ну все, давай теперь о чем-нибудь отвлеченном. Да, давай. Ну, может быть, ты спортом каким-нибудь занималась? Ну, естественно, занималась. Борьбой и гири тягала. Че? Правда? Ну, а ты как думаешь? Но зато у нашей редакции есть репортаж с чемпионата по карате в Одинцово. Чемпионат открыли по звуке Одинцовского оркестра. Более 300 участников разных возрастов со всей России покажут здесь свои навыки в карате. Определенная последовательность движений с шагами и поворотами в карате называется ката. Именно эти движения будут оценивать судьи соревнований. Я рад приветствовать всех участников на нашем чемпионате. Сегодня у нас дети, завтра
взрослые участники и, что мне особенно приятно, любители. Любители – это взрослые люди, которые пришли заниматься в 20, 30, 40, 50 лет карате. Им тоже будет доступны соревнования. Особенность карате – это разбивка по возрасту участников и по их навыкам. Таким образом, все спортсмены равны. Мы одна из тех немногих федераций, можно сказать, единственная, которая видит в карате инструмент воспитания и развития. Не просто выяснение, кто сильнее, кто круче и так далее. Конечно, это все есть в спорте, оно присутствует. Но мы сделали то, что назвали единый соревновательный и образовательный стандарт. Катя Митурич из Иркутска впервые участвует в подобных соревнованиях. И все это ради саморазвития. Она выиграла 5 медалей. Конечно, не победа. Главное здесь саморазвитие. Ты приходишь, выходишь на такие соревнования, на татами для самосовершенствования. Ты себя улучшаешь каждый раз. Каждый раз это новый результат. И первое место – это совсем не показатель чего-то, что ты там какой-то чемпион и так далее. Это значит, что ты на правильном пути и можно двигаться дальше. Заниматься карате надо не только ради приобретения навыков по самообороне, но и для того, чтобы стать лучшей версией себя. Данил Зимин, Кузьма Тужиков, молодежная редакция, телекомпания «Одинцова». Вау, ну эти ребята прям пример для подражания. Но вернемся к нашей теме. Ты, может, футбол любишь? Да не особо. Ну, я тоже, в принципе, не люблю. Но зато миллионы людей любят. Я предлагаю посмотреть сюжет от наших коллег УТВ про футбольный турнир, который провели в честь ликвидаторов ЧС. 8 команд, отличная погода и, конечно же, спортивный азарт. На стадионе «Солнечный» юные футболисты сразились в игре, посвященной памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня уже второй ежегодный турнир памяти подвига ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы уже его проводим второй раз, и мы надеемся, что данный турнир будет проходить у нас теперь ежегодный. Потому что, ну, ведь данные мероприятия, они проводятся не для чернобыльцев, они проводятся именно для детей, чтобы детям рассказать и показать, что такое Чернобыль, что это за трагедия была. Богдан занимается футболом уже много лет. Последние 4 года регулярно участвует в разных соревнованиях. К такой памятной игре готовился ответственно. На поле выступает в позиции вратаря. Верхом давали, я ловил мяч, прыгал, забирал мяч в руки. Игроки команд были заряжены на победу и активно атаковали. На стадион юных спортсменов пришли поддержать и их родители. Мы сами на такие турниры, да, объездили таких турниров, я не знаю, сколько лет, 5 мы ездили, каждые выходные. Детский турнир – это супер, столько эмоций положительных, такой заряд бодрости для родителей, для детей, вообще для всех. Да, возможность детям с родителями побыть. Принять участие в турнире и показать свой профессионализм и азарт в спорте приехали ребята и из других городов Подмосковья. У нас 4 команды одинцовские. 2 команды у нас из Балашихи, 1 команда у нас из Мытищ и 1 команда у нас московская. Для всех участников футбольного турнира подготовили награды, а призеры получили золотые, серебряные, бронзовые медали и кубки. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Ну вот и футбольчик поиграть захотелось, хоть и не любитель. Но зато я любитель петь. Вот тогда следующий сюжет точно для тебя. Ребята из группы «Чувство юмора» занимаются вокалом уже не первый год, а также исполняют рок. Продемонстрировать свое мастерство на всероссийский конкурс «Детский автор России» или сокращенно «ДАР» в Дом культуры «Горки-10» юные участники приехали впервые. На самом деле мы очень сильно переживаем, иногда смотрим, иногда смотрим на ребят, думаем, вот он круче меня. Но все равно люди очень приятные, мы с некоторыми уже сдружились, прям классно, приятно. В Доме культуры на протяжении 3 дней проходил отборочный тур конкурса. Детский автор России – бесплатный проект Леонида Агутина, в котором приняли участие юные исполнители в возрасте от 13 до 19 лет. Я не знаю, что Внимание, душа.
Я думаю, мы разовьемся в хороший большой конкурс и будем стимулировать, мотивировать авторов на какие-то интересные вещи. Мне бы хотелось, чтобы в конечном итоге конкурс давал возможность исполнять много разного интересного, чего невозможно сочинить сейчас для радиоэфира, грубо говоря, или там для какого-то быстрого хайпового успеха. Победители по итогам двух очных этапов отправятся на форум Агутина в Сочи. Там в июле пройдет финал конкурса «Дар» и состоится телевизионная съемка концерта финалистов. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова». Я, конечно, люблю петь, но больше в душе, чем на сцене. Но здесь петь точно не надо, и я думаю, что на этой ноте нам надо заканчивать. А вы не расстраивайтесь, мы вернемся к вам через месяц. Обязательно ждите наших новых выпусков, а также следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале «Про молодежь». Попасть на него вы можете по вот этому QR-коду. До новых встреч!